Валютные резервы, накопленные в Азербайджане, позволяют стране достаточно безболезненно компенсировать снижение поступлений от ключевых энергетических проектов. Эксперты отмечают, ситуация, вызванная пандемией коронавируса и снижением цен на нефть, была вполне ожидаемой и не оказала значительного влияния на национальную экономику по сравнению с другими государствами. Напомним, что согласно опубликованной накануне статистике, с января по август текущего года доходы с месторождения Азеричераг-Гюнешли и Шах-Дениз ощутимо снизились по сравнению с предыдущим годом. По итогам 8 месяцев текущего года мы можем констатировать значительное понижение доходов от экспорта энергоносителей, поступающих в государственный нефтяной фонд страны. И это, конечно же, обусловлено резким падением спроса на энергоносители в условиях вхождения мировой экономики в глобальный структурный кризис. Надо отметить, что коронавирусная пандемия и в целом мировой структурный экономический кризис, безусловно, негативно влияют на динамику цен на энергоносители.